заявление. Я, Карина Тагылбаева, подаю заявление на Пашаева Булегена. Ты же муж, да? Он, его банда не дают нормально жить жителям Каратаса. Ты знаешь, она мне выбора не оставила. Я сколько раз говорил. Из-за нее у меня сейчас конкретные проблемы. Жестко подставила. А также Пашаев расстрелял акима села Каратас. Да я твою жену убил. Есть он, что Пашаев карша в рейсингдера. Убиваешь, как шакал со спины. Мне нравится. Уже это не могли. Ты думаешь, я беспредельщика? Пашаев, это порядок. 24 часа, чтобы спаться с Каратаса, понял? Воздаянием за зло является равноценное зло. Не, урайн деп тұрсың ба не? Воистину Аллах не любит беззаконников. Каратасе обстановка тотальная беспредел. А, залить! Тебя убить! Власть, считаю везде одинаково. Только меня? Два есть. Нет. Шесть. Только тебя.